Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Play, и это снова Гренни. Escape я нажимаю, чтобы скипнуть, а она не сохраняется, когда ты выходишь из игры. А это значит, что просрана у нас с вами прошлое, так сказать, прошлая попытка пройти без бабки этот дом, которая не увенчалась успехом, потому что я, оказывается, еще много чего пропустил, но ничего путного особо мне в комментариях не писали. Сказали, что нет бороды, а бороду здесь явно не найдешь в этой игре, поэтому, ну хуй знает, а вас вот просишь, вы не говорите, вас не просишь, вы, блядь, несете, нихуй пойми чего. Поэтому будем разбираться сами. Я включил уровень сложности изичный, для того, чтобы пол не скрипел, потому что и без пола здесь проблем хуево гора. Окей, так. А почему такие тихие эффекты в этой игре, мне кажется, или что-то не так? По-моему, очень тихий хит. Подожди-ка. Маус, волюм. Или так всегда было? Чё-то прям не понимаю. Либо так было всегда, либо что-то не так. Так, короче, ну примерно большую часть всего, что здесь нужно сделать... Что такое? Арбуз. Так, арбуз, все окей. Арбуз, который я не находил еще, но теперь я знаю, что он здесь есть. Что, блядь, со звуком с моим? Я не понимаю. У меня такое чувство, что мне просто не хватает... у меня один гул. Один гул и шум, у меня нет скрипов. Странно. Очень-очень странно. Короче, у меня появился арбуз. А где бабка-то? Не понял. Короче. Я же изи поставил, она здесь есть. Короче, у меня появился арбуз, а это значит, я могу повесить его сюда на гильотину. И могу, собственно... Ой, блядь, есть до руля. Так, ну, во-первых, ключ. Как она сюда попадет, я пока не понимаю. Но давайте-ка я, наверное, спрячусь. Она должна пойти сюда, правильно, если она здесь есть в игре-то? Я ее включил, я поставил изи уровень сложности. Это значит, она здесь есть, но она немного медленнее, чем обычно. И как бы на этом, по-моему, все. Да, она пришла, окей. Я ее слышу. Ага. Ебать, старуха длинная. Короче, она пришла с кухни. Она пришла с кухни через дверь. Блять, я тебе реально говорю, мне не хватает звуков. Это проблема какая-то, это беда. Ну, либо у меня слишком дохуя высоких. Так, а что я подобрал-то? Куда он упал-то? Куда? А, блять. А, подлог кей, все окей, я понял, что это такое. Подлог кей. Подожди, если залезу, меня сейчас поймает. Я могу ее как-то здесь увидеть? Пизда руля. Пизда руля. А, нет, вон она, все отлично, она меня не заметила. Так, хорошо, подлог кей. Подлог кей, давайте откроем подлог замок. Хорошо. Так, спейс-дроп не нужен. Спейс-дроп, поехали. Опа, мясо для паука, хорош. Так, она идет. Она прям несется, она прям щемит. А, ну она вообще тупенькая здесь получается, да? Блять, это хорошо на самом деле. Это хорошо, пойду, как бы, знаешь... лучше все-таки держать ее на виду. Лучше всего держать ее на виду. Короче, подней, я понял. А куда она пошла? Наверх? Что это? Что это? Блять, я картину роняю, пизда рулем. О, все понятно. Так, как нам с тобой, бабка, разойтись-то, пожалуйста, скажи-ка мне. Ладно, погнали, разойдемся. Короче, а я не смогу. Стой, 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 все, все, все. Ой, блядь! Короче, прикол, знаешь в чем? Я примерно понимаю, что и где находится, поэтому я буду носить это все к месту, которое я, в принципе, знаю. Так, окей, сюда вот брошу. Брошу, брошу, дроп. Окей. Сам свалю. Блядь, нет, не свалю, все спокойно. Почему не открылась дверца вот эта правая? Почему она, бляха, не открылась? Я у этой бабки не первый. Это стопроцентная информация. Потому что бита уже вся в крови. Кого-то ебошили и до меня. И ебошили, будь здоров. Потому что кровь на этой бите выглядит весьма и весьма свежей. Так, она ушла. Я про что? Я про то, что сейчас я примерно понимаю, что и где находится. И что и куда нужно...
что и куда нужно деть, поэтому пример... Опа, фотография. Так, здесь я упаду, да? Упаду, и, возможно, я попаду прямо к ней. Нам нужно в подвал. Блять, она поставила капкан, мразь. Давайте я упаду. Окей, быстренько. Блять, нет, нет, старуха, нет, нет, нет! Я тебе говорю, она может быть здесь. Я тебе говорил, она может быть здесь. Падла. Хорошо. Как это было сейчас обидно, если честно. Блять, если она сейчас начнет хромать, я перезапущу игру. Хромать он начинает, если падает с третьего этажа на первый. Опять хромает, пизду. Main menu. Я не буду терпеть. Я не буду терпеть. Это невезуха глобальная. Так, изи поставил. Все, это невезуха. Это просто тупая, типичная невезуха. Я провалился вниз, и она тут как тут. Ну вот прям надо было ей здесь оказаться. Да вот прям надо было. Вот зачем, объясни мне. Я не знаю. Я не знаю, зачем она тут оказалась. Она мне тут нахуй не сдалась. Не нужна мне там бабка. Не нужна. Я хотел спокойно упасть, сесть в шкаф, подождать, пока она придет, уйдет, и все сделать по красоте. Ладно, мы ничего, в принципе, не потеряли. Мы нашли в кровавой ванне арбуз. Есть его не рекомендовалось, поэтому мы и не стали. Окей, беру фонарь. Отлично, поехали по новой. Ящики вскрываю все. Так вот, я теперь знаю, что куда примерно нужно. А это значит, что мне будет весьма-весьма не тяжело. Потому что, когда ты знаешь, что и куда нужно положить, ты это, собственно... Ты это, собственно, начинаешь делать. Так, где старуха? Первым делом нужно понять, где эта тварь находится. Вон она, окей. Так, а я пойду сюда, допустим. Опа, Акум. Акум, это неплохо. Вопрос, куда она сейчас пойдет? Если она пойдет сюда, то мы пойдем Акум относить. Так, спокойно. Да, я хочу играть с тобой в прятки. Мне написали из полезного то, что вот в этой комнате, где я хотел куда-то... Так, я что-то уронил опять? Куда я хотел подставить книжку, а именно вот сюда вот. Здесь можно уронить какую-то картину. И... Блять! Вешалка упала, ну конечно. Так, ладно, сразу коробки-то ломаем, чтобы не мешались. Вопрос, где она пойдет сюда? Каким путем она пойдет? Вот этим. Все, она идет. Вот она. Отлично. Она идет сюда, а я иду сюда. Так, какая-то картина где-то должна упасть. Какая картина, хер ее знает. Валим отсюда. Закрою бабку. Ха-ха-ха, бабка лох. Бляха, она сейчас спалит меня, ладно. Ну здесь по-другому просто никак. Ну не получится по-другому, ну вот как хочешь делать. Так, а что такое? Бензин, хорош. Разом смотри-ка, аккумулятор и бензин. Красиво сейчас было. Четко, замечательно. Блять. Так, окей. Аккумулятор. А сам я прячусь. Хорошо. Ждем бабку. Ждем бабку, она уходит. Нам сейчас не нужна паника, пожалуйста. Вот ты сейчас сидишь такой, паникуешь, у тебя коленки трясутся, руки по коленкам ерзают, уже, возможно, даже протер себе штаны. Но не нужно этого делать. Не нужно этого делать. Это не нужно. Савер. А нету! Нахуй. Ее бы еще вот в этих вот точках видеть было бы вообще шикарно. Я ее не вижу. Вот она примерно ушла. Куда ушла? Хуй знает. Вот где она? Можно было бы выключить фонарик? А, все, я вижу немножко щель, вот все. Ладно. Так. Ой, кусок ружья сразу, сразу рядом с ружьем. Хорош. Это прям сильно повезло сейчас. Так, это я возьму. Так, она поставила здесь капкан. Старая сука. Так, ладно, я могу взять бензин сразу. Хорошо. Не задеваем столбик ни в коем случае. Ничего не задеваем. Бензин, красиво. Так, бензин. А куда заливается бензин? В бензобак? А где бензобак? Бля, серьезно? Подожди, а где бензобак-то? Вот, вот этот? Нет. Часть двигателя. Ну не, в смысле, где? Подожди, где? Spark plug. Engine part.
Да твою же мать, где бензин-то? А, и чё? Это что? Так, я реально не понимаю. Ладно, хуй с ним. Это не так страшно. Я вот сюда вот его брошу и сам тоже отсюда быстренько зайду. Мы можем, конечно, попробовать бабку запереть и тем самым на 2 минуты ее вырубить, по-моему, говорят, да? 2 минуты она вырубается нахуй в этой парилке. Ну, бабка старая, она жару не переносит. А мы в это время спокойно обследовали, что там дальше. Мне сказали, написали в комментах, что собрание картины полностью, вот этой мозаики разрезанной, дает плюс один день. На всякий пожарный. Так, окей. Наебали бабку. Нормально, все, бабку наебали, красиво все сделано. Так, а кусок картины не хватает, сейф не откроется. Бабка ржет. Кусок картины есть. Окей. Так, куда мы пойдем? Куда мы пойдем, спрашивается. Пойдем сюда. Спокойно. Мне, вот знаешь, что интересно? Она сюда сможет залезть? Просто, насколько я видел, она может залезть под кровать. В эти проходы я не уверен. Просто если сможет, то это нечестно. Бабка высокая, бабка не должна в такую хуйню залазить. Так, нам нужна отвертка, спокойно. Хорошо, что я не палюсь, когда... Тихо. Хорошо, что я не палюсь, когда просто хожу пешком. Иначе пришлось бы ползать тут раком, блядь, полторы недели. Так, что у нас там? Отлично, это что такое? Спарк-плуг! Это, ага, это свеча. Свеча, все, понял, опять для машины. Бля, мы сейчас тачку соберем полностью, по ходу дела. Так, спарк-плуг, пошли со мной. Стараться нужно ничего не задевать лишний раз. Ничего. Как же непонятно она ходит, где она? Так, это уже от меня звук идет. Твою мать, что ты, блядь, делаешь? Ёб твою, эти баги ебаные. Ой-ой-ой. Да не трясись, ты что трясешься-то? Экран трясется от бабки сам. О, посмотри, железка встала внезапно. Так, ладно, хуй с ней. А куда пропала плашка? Ёбаный в рот! Твою мать! Сука. Это затянется очень надолго. Очень надолго. Каждое неловкое движение — это плюс падение. Плюс падение это плюс бабка. Плюс бабка это плюс нычка. Плюс нычка это плюс 30 секунд. От 30 до минуты ты просто сидишь. Хорошо, бабка ушла. Допустим. Блять, вот что там упало? Сейчас это от меня что-то упало. Ну куда тебя поставить? Поставил, все хорошо. Подлог кей. Блять, подлог! А! В смысле, я думал, блять, фу, у меня. Я испугался. Я думал такой, типа, всего, блять, подлог я просрал, можно было сюда, надо было выбирать. А он же не пропадает, его можно взять еще раз. Так, охуеть, она капканы ставит в стены, нормально. Ой, она два капкана поставила, старый мразь. А можно? Можно? Ага. А где он? Она заперла! А, в смысле, фу, блядь, я же по новой начал. Ёб твою мать. Что-то я перепаниковал, Марик, бабка идет спокойно. Перепутались прохождения у меня. Тихо. Я же по новой начал. Ёбаный в рот, страшно.
Так, часть двигателя, хорош. Сейчас, бля, всю тачку соберу. Твою мать! Чё, всё тут постоянно падает, да заебло! Так, там что-то лежит. Нет, показалось. Блять, что... Что я тут постоянно роняю? В кое-то заебало. Вот, давай картину еще вроде до кучи. Так, окей, все нормально. Обдурили старуху. Я тебе говорю, сейчас тачку заведем, уедем нахер отсюда. Сейчас прям протараню гараж и срать на него. Нет меня, отстанет меня. Окей, так, осталось что? Вренч? Так, вренч это гаечный ключ, скорее всего, чтобы закрыть. Да, а вренч это болты. Вренч, газолин. Бляха, мне что-то подсказывает, что газолин нужно заливать сюда? Нет? Да, окей. Здесь, окей, вренч это... Блять, они уже помечены красным, непонятно, есть тут они или нет. Давайте попробуем бабку запереть. Давай попробую сделать вот так. Она придет туда внутрь, я ее запру и включу. Ну чисто попробовать, надо же. Я не понимаю, красные они уже есть или их типа нет? Просто если типа они красные, то мне нужно найти только ключ. А если их нет, то все болты. Твою мать, да в смысле ты не заработал-то? Охуела что ли, старая? Твою мать, ты посмотри, что происходит, а? Ладно. Я не понимаю, почему она не вырубилась сейчас, если честно. Не понимаю. Тут что-то есть, нет? Спокойно. Так, ладно, пойдем дальше. Пойдем на кухню. Пойдем на кухню. Нам на кухне нужно много чего полутать. А дело уж пройти вот здесь. Я здесь что-нибудь посмотрю еще до кучи. Смотри-ка. Да-да-да, хочу поиграть в hide and seek. Да, спокойно. Хочу с тобой в прятки, от слова мать и бать, точнее бабка, спокойно. Короче, тихо, что-то падает опять. Чё, блядь, падает, не понимаю, что такое, спокойно. Так, книжка, окей. Блядь, с какой стороны она пойдёт, эта мразь? Самое классное, когда между тобой и ей есть препятствие. Тогда ее просто можно обкружить. Так, книжка, бляха, книжка нужна где-то на втором этаже. Сука, я реально не понимаю, где она ходит. Это просто отвратительно. Я как бы могу ее обойти без проблем. Блять, где она? О, все, пизда. Как? Ты же была где-то снизу там. Ебануться. Вот в этом весь прикол. Вот в этом вся херня. Как она тут оказалась? Каким образом? Че за бред? Сука. Ну она по звуку у меня ходила где-то внизу на кухне там. Ну охереть, конечно. Блять, он захромал теперь. А, это он хромает типа не от этого. Все, понял, ладно. Ой, обидно сейчас было, очень сильно обидно, ладно. А куда делась книжка, интересно? Книжка выпала там, где она меня ушатала? Да, окей. Вопрос тогда следующий. Блять, все закрывается опять, да? Вопрос тогда следующий. Куда мне пристальканить книжку? Где-то какая-то должна быть картина. Так, отлично, это что такое? Это Cutting Clippers. А, вот картина, все окей. Ага. Так, и что это мне дало? Дало мне что-то страшное, сейчас не знаю что. Может быть, я как-то вырубил? Нет, ходит. Ходит куда-то, идет сюда, наверное. Ага, пришла. Вопрос, зачем? Иди назад. Иди, 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 иди отсюда. Иди, старая, вали. Так, окей, что тут мне дало-то?
Чё за бред? Это я задел? Ебануться, что это? Это моя превьюшка по-любому. Это типа все места из дома, что ли? Клетка? Так, это я знаю где. Это паук. Это рояль не видел, это тоже не видел. Так, окей. Она картину повесила? Зачем? Че, ебанутая совсем, что ли, картину-то вешать? Опа. Вешалка упала. Ладно, так, кусок. Окей. Пойдет она скорее через дом всего. Я чувствую, что, наверное, тут она не ходит. Знаешь почему? Потому что ей, наверное, неудобно ходить по каким-то ебеням. Она ходит по нормальным коридорам. Это я прям чувствую, не знаю почему. Прям кажется мне так. Я практически в этом уверен. Нахера бабке по своему дому ходить по сраным подвалам? Когда может ходить там, где нормально. Так, окей, еще картинка. Допустим. Так, это мы читали. Ручка от колодца, хорош. Это ручка от колодца, это 100%, потому что ручка от колодца нам нужна. Я надеюсь, что она сейчас пойдет не в этот сарай. Сука, он сейчас будет шуметь тоже, да? Не, он просто открылся. Отлично. Опа, арбуз еще рядом прям лежит, хорош. Так, вот это печально. Это где она? Ну чё так долго-то? Ты чё, блядь, в обратную сторону земли её просверлил, эту колодец-то, или чё, молоток? Хаммер хорош. Хаммер, окей. Хаммер нужен, чтобы сломать доски. Хаммер нужен, чтобы сломать доски. На третьем этаже. Так, а теперь вопрос. А теперь вопрос. Блять, очень хороший вопрос. Смотри-ка. Ух, как поступить-то, подожди. Сука, я не понимаю, как поступить. Мне просто нужно сломать арбуз. Здесь есть арбуз. Его нужно сломать. Мне интересно, через какую сторону сюда пойдет. Она пойдет по-любому через вот эту дверь. Просто успею ли я? Так, это от чего ключ? Плейхаус. Ключ от домика от этого хорош. Бля, быстрее спрячусь, 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 спрячусь. Успею, 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 успею. Ух, спасибо. Все четко. Все что-то прям идет, прям ух, как хорошо. Сейчас она уйдет, смотри. И мы сможем пойти на третий этаж, сломать там дверь и пройти к этой камере, которая была сейчас на фотографии. Я тебе 100% говорю. Так оно и будет. Уходи. Зачем она постоянно запирает эту дверь? Нет же звука запера. Бля, это тоже звук создает, да? Когда у меня падают замки, это тоже слышно? Вот это нихера не прикольно вообще ни разу сейчас. Ее можно наябывать, то есть она выйдет сюда, ты вот такой пробежал, раз в окошко ж сиганул. Так, ушла, окей. Ну сюда нужны шестеренки по-любому, как бы здесь больше делать нечего. Давай тогда я сделаю вот так вот. Я как бы плейхаус сюда вот кину ключ. Он почему-то ничего не сыграл, что странно. Ладно. Так, молоток. Молоток нужен на первом этаже, если там сейчас есть эта дощечка. И нужен также молоток на третьем этаже. Я думаю... Блять, и применять молоток на третьем этаже опасно. Опасно, потому что эта мразь может меня там зажать. А, нет, там есть коробка, в смысле, может зажать. Пошла она нахуй. Там коробка есть. Все, спокойно. Ага.
Ага. Окей. Так, ладно, спокойно. Здесь я все обосмотрел. Не помню. У меня еще не осмотрена кухня полностью, огромная. Это точно тебе говорю. Блять, как страшно. Закройся нахуй. Не страшно, напряжно. Это я? Диски какие-то я забыл где-то, блядь, еще. На втором этаже в комнате с книжкой. Отвечаю. Твою мать, как она там оказалась? Я реально не понимаю этого, не понимаю этого, я. Короче, я понял основной принцип. Чтобы в этой игре не проигрывать, и чтобы случайно на бабку не натыкаться лицом к лицу, нужно сначала ее приманивать. Нужно где-то создать звук, посмотреть, откуда она идет, взять ее, так сказать, в обзор, и тогда уже спокойно идти по своим делам. Иначе все будет очень плохо. Видела? Видела, спокойно. Иначе это все херово. Она возникает из ниоткуда, просто прям перед тобой. Так, она уходит направо, допустим. Вон там щипцы. Тут щипцы-то, да? Тут, да, окей. Да, блять, она назад, что ли, идет? Или мне показалось? А, вон она, все, окей. Твою мать, она идет сюда, сука! Старая мразь! Аккуратно, спокойно. Блять, они по одной будут падать! Нет! Они будут падать по одной! Они реально будут падать по одной, да? То есть мне... Не-не-не-не-не! То есть мне каждый раз придется... А нет, давай, короче, кучу их просто все уроню сейчас. Нам нужно подождать, ну как без этого никуда. Вот это сейчас, короче, отойдет. Я сломаю остальные, сяду обратно в ящик, и все будет норм, хорошо. Только нужно подождать, чтобы она ушла. Допустим, она ушла, ладно. Окей. Ну, других нет вариантов. Я думал, блядь, это одна большая, ну, как ее? Это, я думал, это сбитая конструкция из нескольких досок. А тут, короче, нужно все три ебошить. Иди отсюда, старая, уйди. Мне твоя краска на бите совершенно не пугает, блядь. Ходила, акварель какой-то намазалась, теперь выебывается. Иди, иди отсюда, нахуй. Вот скотана, вот скотина, вот скотуха. Мразь такая, тварь. Иди, иди, что ты встала там, иди, иди отсюда. Сучара. Так, и что у нас тут, еще что-то? Ой, шестеренка одна, неплохо. Шестеренка, детская кровать. Пизда, закрыта. Вот это сейчас нехорошо. Так, ладно, смотри-ка. Фу, запомни, молоток там, где я его применял. Мы так одновременно будем убивать двух зайцев. Я имею в виду использование предметов. Так, спокойно. Блять, да ладно, два капкана! Твою мать! Вот это была подстава сейчас! Вот это сейчас совершенно не к месту было, ладно. Она ведь могла меня схватить. Могла схватить, сучка. Так, десантируемся в окошко. Быстрее! Ёбаный в рот. Так, одна шестеренка. Нужно две, допустим. Нужно ее сюда как-то приманить. Давай приманим ее прям так, в чем проблема-то. Я отсюда ее увижу, нет? Ага.
Ох, ебать. Хорошо. Так, ладно, окей. Кухню пока оставим. Сейчас посмотрим, здесь нужны... Да, нужны. Я имею в виду перерезать провода. Так, я ее приманил. Я пошел, беру клещи, тиски, хуиски, пески. И нормально, все окей. Так, идешь сюда. Так, она идет сюда. Нужно ее по кругу за собой загнать. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, красиво. Отлично. Давай, давай, не тормози. Все хорошо. Так, умчал, нормально, старуху. Помешаю ей. Чуть-чуть. Так, аккуратненько. Раз, красиво. Так, вот сюда их закину. Блять, куда вы улетели? Ебанули что ли совсем? Вот так вот, окей. Так, ждем ее тут. Ждем ее тут. Что-то. Ой, кусок, нихуя себе. Так, идет, отлично. Нам этого и надо, сейчас, если честно. Давай, давай, давай. Вот так с ней гораздо проще. Когда ты знаешь, где она, спокойно. Блять, надо подвиги смотреть. Когда ты знаешь, где она, все получается гораздо проще и быстрее. Так, окей. Раз, да, замечательно. Так, обратно сюда валим. Ебать, вот это я рано сел. Рано, 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 рано. Сейчас поймает, 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 поймает прям за жопу. Нет, не поймает, хорошо, окей. Так, вспоминаем, что еще? Что еще, что еще, где? А что еще где? В смысле? А я больше не знаю, что где. Так, а что еще где? Ладно, пойдем наверх. А, все знаю, вон там еще есть, есть коробки, окей. Есть коробки здесь, необследованные, и плюс еще целая кухня. Только вот я не знаю, как она пойдет сюда. Я не знаю, как она сюда пойдет. Ебать, все, пизда рулям. Сейчас узнаю, судя по всему. Так, каким образом она сюда пойдет? Быстренько узнаем. Блять. Во, я встану здесь, отлично. Здесь я контролирую оба выхода. С какой бы стороны она ни пошла, я успею отсюда убежать. А может быть, она вообще сюда не пойдет? Что? Она сзади вообще, что ли? Где она была? Она сюда ходит? Нет, неинтересно. Должна, наверное, ходить-то. Так, что-то упало. Ладно, она, судя по всему, не придет больше, окей. Это что такое? О, кусок ружья. Отлично. Кусок ружья, но это не то, что мне нужно. Ружье мне нахуй не сдалось, если честно. Не надо оно мне. Хотя надо, конечно. Типа пригодится в любом случае. Так, нужно в подвал. Пойдем в подвал. Че, даже не в подвал. Она подняла, она здесь была! Блять. Значит, все-таки она сюда ходит. Только как? Не, ну на этом уровне сложности прыгать можно тупо из-за невезения. Просто когда бабка окажется перед тобой прям лицом к лицу, вот тогда да. Так, а одна, кстати, кусочка осталась. Один кусок и все. И, кстати, ружья тоже один кусок остался. Мы так-то скоро все тут соберем. Красота. Так, ладно, пойдем на кухню. На кухне очень много предметов. Больше я не знаю. Может, все-таки попробовать ее вырубить? Смотри-ка. Окей. Как бы теперь там, в принципе, напарено. Возможно, это как-то ей поможет вырубиться побыстрее. Идет, нет? Ну я ж пошумел. Ну серьезно, ну я пошумел. Идет, 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 все спокойно. Она, видать, была, блядь, очень далеко. Она, может, в магазин ходила. Да ну нахуй, конечно. Естественно, ебать ты глазастая старая мразь. Спокойно. Так, ладно, идем на кухню. Идем на кухоньку. Это просто банка, в ней ничего нет, я правильно помню? Так, ладно, идем на кухню. Фу, все, контролируем старуху. Контролируем старуху и себя, спокойно. Встану вот тут, все, окей. Че упало, все пизда.
Что-то упало. Ничего нет, спокойно. Опа, кусок мяса, хорош. К пауку сейчас в гости пойдем. А, мы не пойдем. Нет, пойдем, пойдем, пойдем. Хотя бы мясо отнесем. Так, мне здесь пройти помешает? Помешает, сука, плохо. Так, ладно, запомним. Вот этот гарнитур мы обыскали. Вот эту сторону. Это что такое? Блять, кусок ружья. Хорош, ружье собрали. Отлично. Собрали ружье. Блять, давай, значит, что сделаем? Давай сделаем вот так вот. Это я брошу. Мне интересно, она пошумела, нет? Окей, что такое? Шестеренка, хорош. Блять, как хорошо сейчас идет. Хорошо идет, нормально. Нормально идет, все отлично. Все красиво. Все так, как. Идет все так, как должно было идти. У нас дробыш есть, вся хуйня. Насколько дробыш вырубает бабку, нужно понять. Просто нужно понять. Здесь нужна, здесь нужно немножко реакции. Реально, здесь нужно просто немножко реакции. Вот прям чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Прям самую малость. Чтобы вовремя реагировать на то, как она пришла. Что, опять я что-то говорю? Я ничего не ронял. Ведь прикол, знаешь, в чем? Казалось бы, да? Можно все просто быстренько разбегать. Блять, ну где я? Ну как вот мне? Ну не знаю. Можно, казалось бы, просто быстренько все по всему дому пробежать и уронить все предметы. Ну так хуй получится, знаешь почему? Потому что эта пизда их поднимает, ходит. Так, окей, нам опять нужно на кухню. А, нет, зачем? А, нет, ну да. Мы как бы можем паука шмальнуть. Но мы к пауку не сможем зайти, потому что у нас нет этого. Так, стол, кто уронил стол? У нас нет ключа фигурного. А чтобы пройти к пауку, нужен фигурный ключ. Так, нет, так нельзя, подожди. Опасно. Блин, там такое чувство, что везде ходит просто, серьезно. Так, ладно. Мы остановимся вот на этом, да? Да, на этом. Сука. Так, фигурный ключ, хорош. Фигурный ключ, отлично. Фигурный ключ. Паука лучше убить. Паука лучше убить, потому что я не знаю, сколько мяса будет работать. Блять, что это? Ага, все, вижу. Так, у тебя 2 минуты 30 секунд. Отлично, 2 минуты 30 секунд. Окей. Хорошо. Блять, это довольно много на самом деле. А реально это... окей, у меня времени до 40 минут на моих часах. До 40 минут. Окей. До 40 минут, допустим. Если это так долго, то это просто охуенно. Так, есть такое дело. Ты закрыла? Закрыла, сука. Сюда можно поставить доски, вроде как мне сказали. Можно поставить доски, и, соответственно, эти доски здесь... О, подожди, ко мне же патрон нужны. Патрон, 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 патрон. А у паука есть патроны. У паука там должны валяться патроны. Бабка где? Какого хера-то? В смысле? Куда бабка-то пропала? Ёб твою мать, куда пропала бабка? Быстрее мне скажите. Так, отлично. И сюда, мразь. Быстро. Хорош. Так, и бабку здесь же сейчас примем быстренько. Окей. Так, ключ, френч. Да, окей, френч это для болтов. Останется просто найти ключ от этого. Так, а мы... Что? Что? Он же больше не появится, надеюсь? Чё у него сердце так стучит? Он боится стрелять или чё? Я чё-то реально не понимаю. И ну как бы у меня еще 30 секунд, по идее. Так, ладно, давай сделаем вот так вот. Я возьму ключ. Пойду с ним. Блять, почему сердце-то так бьется у тебя? Объясни мне, ты дурак, что ли?
Фу, я не понимаю, почему так бьется сердце. Я не понимаю, почему у него так бьется сердце. Я оставил ружье на чердаке. Запомни, я оставил ружье на чердаке. Там, где я его применял к пауку. Сейчас я соберу движок. И мне останется найти, получается, два ключа. Это ключ от гаража, он же подлюк, окей. А, сердце бьется, это когда бабка просыпается, что ли? А вот теперь я в ловушке. Блять, вот это сейчас повезло мне очень сильно, на самом деле. Я ведь реально мог сейчас встретиться с ней просто лицом к лицу. Это все, это был бы край. Это был бы конец. Так, ну окей, допустим. Не-не-не, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Надо запереть ее, запереть, попробовать запереть. Я запустил движок, по идее, весь. Так, я что-то не понял, а почему я ж запер ее в бане? Что за хрень-то? Блять. Ладно, окей. О, пизда, блядь. Да иди ты нахуй! Прикол в том, что я специально наступил на капкан, потому что у меня дохуя времени, так как она выйдет и поднимется по лестнице. Я не знал, что она может ловить меня, блядь, через щелку в лестнице. Вот в этом-то весь прикол. Давайте, короче, на этом, говоря, закончим на сегодня. Я сейчас буду записывать подряд, чтобы у меня не сбросилось, соответственно, сохранение. Возможно, что-то получится. И, соответственно, на две серии это разделю. А если у меня получится немножко короче, то я либо добавлю к этой, либо разделю немножко по-другому. Короче, посмотрим, как оно получится. Пока что ссылка на плейлист в описании. Ссылка в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Если не смотрели следующую серию, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.